Всем привет, с вами Малыш, и это у нас SnowRunner. У меня куплена лицензия, чтобы не было вопросов, не пиратка. Вот, так что, как для пиратчиков что делать, я не знаю, не спрашивайте. Многие столкнулись с такой ерундой, что идет постоянная загрузка. Да, вот у меня сейчас загружаются моды по новой. Я сейчас расскажу, как все это сделать, чтобы моды загружались. Сразу скажу, что моды, на которые вы подписаны, они также будут автоматически загружены. Они с подписки не уйдут, они сохраняются. С этим все нормально. Сохранение игры никуда не деваются, они сохраняются. С этим тоже все нормально. Для того, чтобы моды прогрузились какие-то, сколько у вас там есть, то, соответственно, нужно немного времени. Вот. Бывает, у кого-то скорость прям маленькая, у кого-то большая, либо просто большие моды. Вот, как видите, у меня сейчас моды прогружаются. Но это мы еще в конце посмотрим. Так, что мы делаем? Мы выходим из игры полностью. Далее мы включаем проводник. Проводник — это ваш, этот, мой компьютер, там все прочее. Надеюсь, все разбираются в этом, да? Вот мы включили проводник. И куда нам нужно? У меня Windows 10, поэтому я выбираю мой компьютер. И нам нужен раздел «Документы». Заходим в раздел «Документы». Далее заходим в раздел «My Games», «SnowRunner», «Base», «Mods». И нам нужна вот эта папка «Modio». Мы ее нафиг удаляем, всю папку. Просто папку берем и удаляем. Что будет дальше, я вам сейчас покажу. В принципе, все это проходили, у кого лицензия. У кого пиратка, я не знаю, было у них или нет. А на самом деле, в этой папке Modio у нас какие-то параметры устанавливаются. И сами моды, они вот так вот жить, идут. Вот, какие-то, видите, параметры. Вот, вот эту папку Modio мы сейчас будем удалять. Все. Папку Modio мы удалили. Далее, теперь мы идем обратно в игру. Запускаем сейчас игру. Сейчас там опять адрес электронной почты, опять этот код придет. Но это мы сейчас все пройдем. Вот эта менюшка, на самом деле, она лишняя тут. Нет бы сразу вот это все открывать. Так, ну, адрес электронной почты, вот это у нас все, да? Вот, это мы сейчас сделаем немножко... Я пока вот так вот скрою. Не знаю, чем скрыть еще, но пока вот так вот скрою. Сейчас я все введу. Так, ну и у нас проверочный код авторизации, да? Так, вот это можно, в принципе, убрать. Опять проверочный код авторизации. Ужас. Все это дело мы копируем. Ой, не туда. Не туда нажал. Ужас. Так, вставляем, подтвердить. Закрыть. Вот, видите, да? Сразу оно все открылось. И сейчас мы посмотрим, как они будут грузиться. Также я сейчас вам покажу, что появилась папочка Modio. Как видите, да? Все работает. И сейчас немножко подождем. В принципе, можете там перемотать. Я сейчас дождусь хотя бы пару штучек модов, чтобы они прогрузились, чтобы вам показать, что это работает. Что это действительно работает. С чем связано это, я вообще на самом деле, честно говоря, не знаю. Вот. Видимо, какие-то косяки, какая-то недоработка. Но это работает. Сейчас пусть пока грузится. Давайте проверим. В принципе, да. Продолжить. Все здесь сохранилось. Все нормально. Вот я смотрю, у меня сейчас загрузка идет. 10.7 мегабайт в секунду. В принципе, хорошая скорость. Неплохая. Установка идет. Вот установка идет, это да. Медленная.
что-то прописывает. Когда устанавливается какой-то... Вот, видели, оно чуть-чуть притормозилось, это значит мод какой-то вот. Как раз установился. Как видите, оно... Как видите, оно вот работает. Сейчас посмотрим еще один. Еще раз повторю, что можете там перемотать, посмотреть уже сами. В принципе, я вам показал. Можете пробовать все это дело. Вот. Так что ничего сложного нет. Удалили, опять зашли там. Ну да, зашли на почту, писали свою почту, там проверочный код, все прочее. Может быть, для кого-то неудобно. Вот. Но, в принципе, все нормально. Сейчас еще один мод дождемся. Ну, вот 5 мегабайт в секунду, 7 мегабайт в секунду, 10. Да, скорость прыгает, конечно, очень сильно прыгает. Нестабильно работает сайт, по ходу дела. И когда прогружается какой-то мод, оно немножко так, эта картинка замораживается. И потом дальше начинает уже идти. Я почему вот остался на этом, на дальше записи, да, чтобы вам действительно показать, что оно это работает. Кстати, какой у нас сейчас грузится-то? Загружается у нас... А, ну, нормально. Вот. Все. Еще один мод, видите? Следующий пошел, загружается. Все. Два мода уже есть. Остальные, они постепенно прогрузятся. Так что, ребят, пользуйтесь на здоровье. Вот. Кто там ютуберы, возьмите за основу, тоже распространите, чтобы... Люди тоже это, обзорщики там, играли спокойно. И если у них какие-то с этим проблемы, тоже им сделайте там видюшки, чтобы люди знали, что есть такой способ, который действительно будет работать. Ну, с вами был Малыш. На этом пока все. Всем спасибо. Всем пока.